Ты что, здесь неделю жить будешь? Нормально, нереально. Макатрёпка! Софи. И Майлюка. Привет! Привет! И вы снова на нашем канале Сестрички Лайф. Я Маргарита. Я Ксюша. И сегодня мы снимаем 24 часа челлендж. Ну, вы уже поняли где. В ванной комнате. Мы уже как-то раз снимали такое видео, когда жили в другой квартире. Сейчас у нас туалет в два раза больше. И ванная, как вы видите, тоже огромная. И сегодня мы проведем именно здесь 24 часа. У нас здесь очень-очень много мест. Здесь у нас раковина, там туалет, здесь джакузи, двухместные, а здесь душ. Теперь нам нужно тут все обустроить. Ну а вы знаете, что нужно сделать. Если вы еще не подписаны на наш канал, то подписывайтесь. Красная кнопочка внизу. И также нажимайте лайк. А мы начинаем! Сейчас мы с собой возьмем все вещи, которые нам нужны. Это постельное белье. Не смотрите сюда. Я возьму мою подушечку. Я уже взяла. Пони решила с нами тут быть 24 часа. Ой, маленько. Ну что, давайте делать кроватку. Ой. Ой. Почему мое? Ну каким-нибудь пеледиком, вот. А не надо вот сюда сначала подушки. Веди. Подожди, подожди, подожди. Подожди. Что за моментик? Нужно обложить подушечками, чтобы было. А почему мои подушки? Ну что, все, наша кроватка готова. Теперь принесем сюда что-то поесть. И какие-то вещи, в которые мы будем играть. Телефон, компьютер, еще что-то. Что взять поесть? У нас тут есть попкорн. Палочки. У нас есть фрукты разные. Для меня что время? Банан. Ого, апельсинчик. Сейчас. Ну пока хватит. Так, я буду рисовать. Возьму с собой еще вот эту крышечку. Беру маркеры и раскраску. Еще нужно сделать домашнее задание. Здесь я оставлю мои вещи. Еще вот такой вот светильничек, который светится. Боже. Светильник светится. Ого. Есть какой-то светильник, который не светится? Нет. Подписывайтесь на наш канал. Что я возьму с собой? Я возьму палочки, которые светятся. Это капли для носа. Капли для глаз. Помада. Наушники. Буду играть в Fortnite. Фломастеры. Книжку возьму. Возьму гитарку поиграть. Блокнот, чтобы рисовать. Это же 24 часа ванна. Телефон и компьютер, потом еще не будет. Бонни у нас смотрит по книжечкам. Моя бойба. Теперь нужно решить, куда это все положить. Наверное, вот туда. Вот, да! Ты что, здесь неделю жить будешь? Только всего набрала. Там еще наушники. Финал. Нужно их водичку. Водичку. Балалайк. Балалайк. Ну что, последний мой компьютер и все. Ну что, ребятки, начинаем наши 24 часа ванны. И сейчас хочу порисовать немножко. Смотри, какие они офигенные. Или с коровой. Ай! Так, вот мой мастер. Так, у меня вот такая вот антистрессовая красочка. А я послушаю музычку Иксо. Я выберу, какой мне рисуночек рисовать. Я выбрала рисунок и буду рисовать вот это. Так, теперь выберу оттеночки. Вот здесь разная палитра. И я возьму вот эту палитру. Все, я буду сейчас рисовать. Немножко.
пока еще не хочу. Я в телефоне так хорошо играю. Сложно. Мне очень много всего дарят мои подписчики, смотрите. Мне вот этот выпал. Такая вот такая. Потом еще такой. И все. И все другое мне подарили. Подарили такую коляску. Это тут могут три сесть. Потом еще очень много еды для питомцев. Потом еще два велика. И игрушки очень много. Игрушек. И такой подарок, не знаю, что это. Я всегда играю с подписчиками. И у меня еще очень много. Потом я могу к ней прийти. Вот, теперь я в нее. Во, она тут. Мы решили сделать масочки. Я переоделась, потому что мне было очень жарко. Я буду делать вот такую вот масочку. Маска антистресс для лица. Наносим кисточкой. У меня такая маска с блестками. Тоже буду наносить кисточкой. Маска тоже лежит. Мне больше нравятся эти маски, которые надо сдирать, чем вот эти, которые надо маски танцевать. Маска легкая! Все, я а теперь нужно подождать 10-15 минут. Потом я сделаю одну вызову. Ну а пока можно чем-то заняться. Я поиграю где одну карточку в Fortnite. Я сейчас играю в Fortnite. Ты там четвертую, да, соло одна. Ты там четвертая катка. А я читаю книжку. Вот это вот. И только один скин. Я хочу этого. И Бойка с нами сидит. Макияж для начинающих. Буду учиться делать макияж. У мамы здесь есть макияж. Ой, то есть косметика. Косметика у мамы есть. Мне нужно делать уроки еще. Здесь показывает, как краситься. Это макияж на каждый день. Сначала я смою маску. У меня есть вот такие вот тени. Маску. Так, тут написано макияж глаз на каждый день. Нанеси светлые или мерцающие тени под брови. Ой-ой-ой. Под брови. Ой, нормально, нереально. Мне бровей тут почти не видно. Как дела? Нормально. Теперь потемнее. Что мне тут красно? Ой. Я так просто экспериментирую. Это же круто. Теперь нужен темный. Вот этот. У меня это вот этот темный. Я не умею краситься. У меня синяя получается. Ice for glitter. Не знаю, видно или не видно. Тут дальше написано подвести карандашом линию. У нас нету карандаша. Я боюсь. Накрасим просто ресницы. Покажи. Фу. Так, взяли тушь. Ну что, есть изменения? Да. Ты это некрасивее стало. По-моему, глаза стали... Что выразительнее. Я еще добавила стрелочки. Покажи. Угу. Вот такой вот получился макияж. На каждый день. Я не буду так краситься каждый день. Mm. Я хочу снять видео в лайки. Папа нам тут принес перекус. Мне можно только салат. Я хочу сейчас эти палочки. Посторонние палочки открыть. Я тоже хочу. Фиолетовый. Только нужно вот эти цвет. О, ух ты.
яркие. Будем спать с этими палочками. И мы тренер Пинки Брейки. Уличные танцы. Шейбик Майки. Так, все, ребят, мне сейчас нужно сделать уроки, потому что скоро спать. I know it. No, I'm invited. У меня все. Случайно открылся кран. Все намокло. Она вся мокрая тут. Вот столько я нарисовала. Это очень долгое занятие. Ну, а сейчас я буду делать уроки. Я буду читать. Я сейчас буду играть на балалайке, укулеле. Леле. Ле-ле-ле-ле-ле. Так, мне нужно прочитать. И все. Мне нужно вот это прочитать. И вот это. И все. Мое домашнее задание, это 5 минут посчитать. Почитать. Dieser Buch heißt die drei Fragezeichen Kids Monster in Rocky Beach. 0,5, 0,12. Lag ein gutes Stück weit unterhalb von hinten. Я же это уже читала. Кемоне. Мир фаш ты сау, пошу. Классный бутылочек. Сати. Мне нужно снять макияж. Вы знаете, что кола была раньше медикамент? Вас. Мазикаем. За то, что им видим флаг, так и мазикаем. И мазикаем. На клубке летал в туалете. Нужно немножечко наведить в порядочек. Вот это внутрь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Смотрите, у нас свечка уже горит. Смотрите, как она красивая. Пахнет обалденно. Нинтендо. Алло. Ну что, ребят, мы будем ложиться спать. Ну что, ребят, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк. И подписывайтесь на наш канал. А мы будем ложиться спать, потому что завтра рано вставать в школу. Надеюсь, мы выспимся. Всем пока. Пока-пока. Всем пока, ребята. Oh my God, please.